Развитие экономики и бизнеса – это не только выдача льготных кредитов и прочие стимуляции предпринимательской деятельности. Это еще и сохранение памяти о тех людях и об их деяниях, которые взяли на себя нелегкий труд быть предпринимателем. Развитие городов и стран всегда было связано с развитием предпринимательства. Благодаря купцам возникали и развивались города. К сожалению, сейчас их роль оказалась забытой. Вернуть незаслуженно забытым былую славу призван региональный проект «История симбирского предпринимательства», который действует в рамках федерального. Малый и средний бизнес, индивидуальный предпринимательская инициатива. Президентом обозначена задача, которая состоит в том, что мы должны вовлечь в предпринимательство как можно больше людей из различных социальных категорий. И вот через такие инструменты, как популяризация предпринимательства, как возможность показать, что делами делают эти люди, делали в веках. Как раз этот проект «История симбирского предпринимательства», он про это. Мемориальную табличку купцам Акчуриным на Федерации 33 открыли не случайно. Нацпроект, региональный проект и всемирный праздник «День малых предприятий» слились воедино. Мы далеко не случайно проводим наши мероприятия именно сегодня. 27 июня во всем мире отмечается День микро, малых и средних предприятий. И я от имени государственной власти нашего региона, от лица жителей Ульяновской области, а также от себя лично поздравляю вас всех с этим праздником. Жизненный путь купцов Акчуриных, по мнению организаторов, должен стать примером и напоминанием. Напоминанием обществу, что для него делали и делают предприниматели. В то время, на рубеже 19-20 веков, благотворительность, в принципе, татарская в частности, заключалась в том, чтобы поддерживать образование и духовность. Они очень много помогали строить мечети в самых разных уголках нашей страны. Это и Московская мечеть, в первую очередь Санкт-Петербургская мечеть. Это они вносили деньги в Нижегородскую мечеть и в Киевскую мечеть. Список можно продолжать и продолжать. В родовом гнезде Акчуриных в селе Старотимошкино было построено 7 мечетей. В Симбирске им была построена соборная мечеть, на ее стенах и установлена мемориальная табличка купцам. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.